Доброе утро! Меня зовут Татьяна Рендовская, я инструктор йоги. Сегодня мы выполним практику, балансирующую нервную систему. Каждый раз, когда вы чувствуете, что у вас часто меняется настроение, или вы чувствуете себя раздражительными, вы можете использовать эту пранаяму. Вам понадобятся часы с секундной стрелкой. Расстелите коврик и сядьте, скрестив ноги. Раскройте грудную клетку. Положите часы прямо перед собой, так, чтобы ваш взгляд был направлен вниз, и вы смогли бы следить за секундной стрелкой. Поднесите руки к грудной клетке, направив ладони на себя. Правая рука сверху, левая ближе к центру грудной клетки. Прижмите ладони друг к другу и кончики больших пальцев. Расправьте грудную клетку и сомкните лопатки друг с другом. Потянитесь макушкой вверх. Мы будем дышать, разбивая дыхательный цикл на 15 секунд каждый из них. Удерживайте внимание внутри. Делаем вдох. Растягиваем на 15 секунд. Очень медленный, глубокий вдох, раскрывающий полностью вашу грудную клетку. Задержка дыхания. Переходим к медленному, плавному выдоху. Его мы тоже растягиваем на 15 секунд. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом расслабьтесь. Опустите руки вниз, прикройте глаза. И останьтесь наедине с самим собой. Просто наблюдайте за движением воздуха, дыханием. Если вы отвлекаетесь на посторонние мысли, просто возвращайте себя обратно. Сомкните ладони в центре грудной клетки, разотрите их до ощущения тепла. Откройте глаза. Сегодня мы выполнили практику, которая сбалансирует вашу нервную систему. Используйте ее каждый день, и вы почувствуете результат. Завтра мы выполним комплекс упражнений, которые помогут избавиться от тяжести в животе после плотного обеда или ужина. Хорошего дня!